Сегодня в Доме правительства чествовали лучших из лучших. По традиции, накануне дня рождения чувашской столицы виновниками этого торжества становятся жители Чебоксар. Кто удостоился наград, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Своим примером она увлекает горожан на протяжении 4 лет. Оксана Вербина – бессменная участница массовых зарядок и других спортивных акций. Президенту Федерации фитнеса и аэробики вручили почетную награду. Следующую зарядку она проведет в звании заслуженного работника физкультуры и спорта. Это воистине приятно, потому что все, что мы делаем во благо нашего любимого города, во благо Чувашской республики и во благо спорта вообще в целом. Заслуженным работником сферы обслуживания сегодня стал и старший мастер цеха водопроводных сетей. Их расположение Валерий Иванов за многие годы выучил наизусть. Сейчас, говорит он, в городе прокладывают самые современные трубы. Работаем, не укладывая сил, днем и ночью, дождь, холод, любую сутки времени, чтобы вода была в каждом доме, в каждой квартире. Все силы и энергию вкладываем для достижения своих целей. Государственные награды из рук главы Чувашии сегодня получили 30 человек. Преподаватели, медики, спортсмены, строители. Они такие разные, но объединяет их одно. Виновники торжества трудятся на благо родного города и делают его краше. Им вручали почетные звания о благодарности от российского президента, а супруги Емельяновы удостоились ордена за любовь и верность. Еще один подарок ему готовили напоследок. Для героев торжества устроили обзорную экскурсию на крыше Дома правительства. Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика.